которые перемещаются отсюда сюда на абсолютно одинаковые углы. Вот первый удар должен быть здесь, второй должен быть здесь, чуть в углу, ну, на определенном углу, так сказать, от носа, и чуть в глубине. Третий удар еще дальше туда уходит в глубину. Четвертый удар по центру, для тех, кто сидит в центре, к сожалению, здесь блатными являются те, кто в центре сидит, и вот там, с этой стороны, вот эта часть, она звучит. Кстати, вот здесь самые лучшие, даже стоящие люди вот здесь хорошо слышат, видимо, здесь не так заметно. А вот здесь, наоборот, в этой части очень плохо. Так что, если кто-то хочет послушать, здесь хорошо слышно. Так вот, четвертый удар находится в конце, вот там, почти в конце. То есть он по дуге идет. Пятый, шестой, седьмой. Если у вас это все слышно, то вы можете быть счастливы, довольны и, так сказать, больше ни о чем в жизни не думать. Это редкое явление. Как правило, бывают такие дефекты. Например, слипается первый, второй удар. Или вообще первые все три удара слипаются. Это значит, вы либо там не там сидите, либо у вас не так стоит эта аппаратура. Мы с Сережей в понедельник ее двигали и ушли от такого, что вообще было сейчас даже страшно вспоминать, да? Что там творилось. Ну, мы там какой-то компромисс нашли. Помещение еще не доглушено, и помещение еще мы будем работать. Но даже сегодня, сместив вот этот палас вот отсюда туда, мы резко улучшили. Вот люди не дадут соврать, которые пришли, вот Олег скажет. Мы резко улучшили качество. То есть это опять инструменты для нахождения идеальной геометрии сцены. Это очень важный момент. Потому что если у вас певец выходит петь в центре, в оригинале, а здесь у вас поет где-то здесь, то здесь не натуральная у вас звукопередача. Давайте послушаем эту штуку. Причем мы слушать будем так. Значит, мы будем меняться периодически, так сказать. Вот, значит, фонограмма звучит таким образом. Первая серия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Потом еще раз, потом еще раз. То есть три серии по семь ударов. Они все одинаково записаны. Они все, абсолютно. Значит, более того, я скажу, это не семь ударов. Это один удар, который панорамным микшером звукорежиссер двигает на определенные углы. И которого домешивается реверберация, чтобы он был чуть глубже. А повторяю, что он должен быть не так вот семь ударов идти. Они по дуге должны заходить, вот таким образом. Сереж, пожалуйста, девятую дорожку. С левой стороны самые хорошие места, стоящие особенно. Спасибо. Ну, есть какие-то мнения? Вот это место самое лучшее, я понял. Глянусь. Мы с ним как раз настраивали, поэтому сюда я сел. Знаете, получается такая штука. Вот, да. Значит, я так понимаю, что у кого вообще четвертого... Давайте так, у кого четвертого удара не было по центру? Вот у вас, наверное, да, не было удара? Не было. Тут вообще иду почти... Первые два вообще сливаются. Два сливаются здесь, да. Да. Третий чуть отошел. Чуть отошел, да. Четвертый куда-то ушел туда, но остался вот здесь. Да, и потом большой разрыв между ними получается. Да. А потом... А теперь вы поменяйте все места, да. Пожалуйста. Да. Кто хочет? Давайте поменяйте.